В Ульяновском трамвайном парке ожидается пополнение. Этой осенью закупят 29 современных вагонов российского производства. 10 трамваев привезут в октябре, остальные приедут зимой. Оснащенные видеонаблюдением, кондиционерами и удобными сидениями, новая партия будет существенно отличаться от вагонов предыдущего поколения. Водителям придется переучиваться, так как есть свои нюансы в управлении. В каждом типе подвижного состава есть свои особенности. Значит, и водитель должен знать эти особенности, управлять подвижным составом безопасно и оказывать услуги по перевозке пассажиров качественно и безопасно. На покупку вагонов выделено более 2,5 миллиардов рублей. Предприятию «Ульяновск Электротранс» будет помогать правительство. Вклад в его развитие уже прописан в бюджете. Для того, чтобы снизить нагрузку на «Ульяновск Электротранс», со стороны правительства Ульяновской области каждый год будут выделяться субсидии 130 миллионов рублей для муниципального предприятия. Обновление подвижного состава входит в задачи федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.